Всех приветствую! Сегодня пятница 13-е. Самое время покормить орехами собаку. Сейчас их будем разбивать. Насобирали, уже сезон орехов начался. Вот так мы разбили шкарлупу. Достанем сейчас пару орехов. И собака будет лакомиться этой вкусной едой. Ждет. Полетел орех в собаку. Вот еще один хрумкает. Очень ей орехи нравятся. Может, поумнеет чуть-чуть. Хотя и так достаточно умная собака. Все кушает. Вот по носу прямо попал орехом. Ничего страшного. Орех дальше кушает. Просит еще лакомство. Самое, что ни на есть, вкусное. Много давать, конечно, не буду. Все-таки это очень калорийная пища. Поэтому 5 штучек. Самое то покушать один раз на день. Потом, может, через время тоже полакомишься орехами. А пока вот так. Приятного аппетита и пока.